Ника Кадзова. Осетинская каратистка, призер российских и международных соревнований. Несмотря на жесткость вида спорта, в котором она преуспела, остается невероятно позитивной и абсолютно мирной девушкой. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Много чего есть, что я никогда не попробую. Наверное, это я не буду курить и пить, скорее всего. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Не знаю, есть какие-то планы, конечно. Наверное, какая-нибудь бизнес-леди. Чего вы боитесь? Потеря близких. Самое главное, наверное. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Я достигла в спорте каких-то высот, о которых я мечтала. Ну и теперь у меня есть еще выше какие-то мечты. Скорее всего, попасть на Олимпиаду и победить. Как вы выбрали свой вид спорта? Мама привела. Поначалу, конечно, не приняла, но потом с годами пришло, любовь пришла, и уже не оторваться. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Не знаю, я бы послушала, наверное, что обо мне говорят мои друзья. Оказавшись перед Богом, что сказали бы ему? Спасибо за такую маму. Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Наверное, я бы взяла, какой-нибудь лапы что-нибудь и человека, который бы мне держал эти лапы, я бы тренировалась там. Какой самый интересный комплимент, который вам в жизни делали? Я вспомнила, мне назвали мисс Уромаваш. Это удар ногой, коронный удар ногой мой. И меня назвали мисс Уромаваш. Стали бы вы дружить со своим двойником? Возможно. Иногда я бываю хорошей. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания загадали бы? Чтобы она исполнила еще больше желаний. И я бы попросила еще больше. Приходилось ли плакать из-за поражений? Поражений было немного, но каждое поражение дается нелегко, и бывает, что плачу. Единоборство для девушек? Смотря какие. Карате, я думаю, что оно подходит для девушки. Борьба не совсем женский вид спорта. Правильное питание или еда без ограничений? Скорее всего, еда без ограничений, потому что правильное питание – это не мое. Приходилось ли драться с парнями? В спортзале, да. А на улице нет. На выбор – сутки на каблуках или 5 полноценных тренировок? 5 полноценных тренировок. Приходилось ли вырубать соперника? Когда-то было, лет в 13, наверное, отправляла. Это был как раз-таки тот коронный удар Уромаваш. Поэтому. Самый болезненный удар, который вам приходилось получать? Самые болезненные удары мне прилетели в 2012 году, когда первый раз выступала по-взрослым на международном турнире. И вот тогда я поняла, что такое карате. Это был международный турнир в Сербии проходил. И тогда я получила много раз. Это единственный раз, наверное, когда мне прям вот несколько раз попали, поэтому это самый такой запоминающийся момент был. Верите ли вы в конец света? Я не верю в конец света. Все-таки кто-нибудь выживет, и все равно все продолжится по новой, начнется снова.